Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Hi everyone, today I want to show you 2+1 in Oba district, near seaside, 500 meters. Сегодня я вам хочу показать 2+1, который подходит под ВНЖ, недалеко от моря, максимум 500 метров в районе Оба. This flat for permission. 200,000 you must show in Tapu. You must write in Tapu 200,000 euro, but flat price 2+1 110,000 euro. Цена этой квартиры 110 тысяч евро, подходит под ВНЖ, можно в Тапу указать 200 тысяч долларов. Have balcony, big balcony, большой балкон. Have swimming pool, есть открытый бассейн. Хорошая инфраструктура рядом для жизни, ресторан и тому подобное. Near restaurants, bar, markets, shopping center and other. Средний этаж, как шестой, sixth floor. Entering lobby, прихожая. Big bedroom, first bedroom. Первый большой, большая спальня. Сторона здесь западная и восточная. This side west and east. Глубокий шкаф. One bathroom, один санузел большой. Есть также нормальный лифт. Проект был сдан в 2004 году. This building constructed 2004 years. Арчелик, washer, стиральная машинка фирмы Арчелик. И here second bedroom, вторая спальня. Mountain view. Айдат 500 лира per month. Каждый месяц по 500 лира айдат. Second condition. Паркет деревянный установлен в спальнях. Цена 110 тысяч евро. Подходит под ВНЖ. Хороший вариант. На данный момент под ВНЖ очень мало квартир с такими ценами. У меня есть как раз еще одна квартира около речки, около моря в районе Тосмар. Там цена 107 тысяч евро. Она, как я знаю, получше, чем эта квартира. Но эта квартира побольше квадратными метрами. Здесь 105 полезная площадь, минимум, вместе с балконом. Балкон большой. Метр square here, 105 метр square минимум, with balcony, big flat. Квартира побольше. Та квартира, которая у меня на канале, за 107 тысяч, там 90 квадратных метров полезная площадь. Так, спустимся вниз. Лифт вместимость 5-6 человек. Вот здание. Детишки пандус. И тут у нас рабочий бассейн. Также открытая парковка снаружи. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Всем пока-пока.